Всем привет, с вами канал AlexDN Pro, и сейчас мы проведем обзор такой игры, как «Звездные войны. Пробуждение сил». На мой взгляд, это одна из самых лучших игр про Лего. Как вы уже могли заметить из компаний, работающих над этой игрой, здесь были мировые бренды. То есть это настоящий шедевр, а не какая-нибудь слепленная в подвале игрулька. Замечательная сюжетная часть здесь. Не однотипные задания, здесь постоянно что-то новое. Ну, собственно, что я могу вам рассказать сейчас еще? Сейчас вы все увидите. Итак, начинаем. У нас есть робот BB-8 и есть По Демерон. Это лучший пилот сопротивления. Собственно, в чем тут весь прикол? Многие конструкции здесь разрушаются. Некоторые из них потом еще можно пересобрать. То есть для прохождения определенных участков игры нам понадобится разбирать одни конструкции и потом создавать из них другие. Вот так вот. Разбили тачку, собрали определенное количество лего вот этих вот гвоздей, так сказать. Хоп-хоп-хоп, все собираем, все отлично. Ну, давайте пока не будем их собирать, давайте поговорим лучше о самой игре. Как вы видите, здесь есть мини-карта, вверху по центру, да? Для чего она нам нужна? Она нам показывает количество шагов до цели, так сказать. Ну, не она именно, а вот сама цель, когда вот отходим от нее, да? Вот, написано 19, ну, допустим, шагов. Вот на мини-карте цель обозначена определенным логотипом. Итак, отступление поселенцев, нападение на Джакку. Ну что ж, попробуем. Поехали. Глава первая. Нападение на Джакку. Люк Скайуокер бесследно исчез во время его отсутствия. Зловещий Первый Орден восстал из пепла Империи и не успокоится, пока Скайуокер и последний джедай не будут уничтожены. Заручившись поддержкой Республики, генерал Рея Органа возглавила сопротивление. Она отчаянно пытается разыскать своего брата и с его помощью восстановить мир и справедливость в галактике. Лея отправляет своего наиболее смелого пилота с секретной миссией на Джакку, где старый союзник обнаружил ключ к местонахождению люка канализационного. Итак, что же нас здесь ждет? Как вы видите, пока идет загрузочка, нам показывают варианты заданий. Ну, скажем так, пройти эпизод, ну и дальше всякие медальки нам дают за сбор, разбить три горшка, в которых прячутся поселенцы, к примеру, да, вот три блока, вернуть три блогинов в загон. И еще какой-то вариант там был, я не стал читать. Давайте лучше посмотрим мультфильм. Дурик такой, да, на выключателе стоял. Вот так. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам теперь придется сделать. Собственно, начнем, пожалуй, вот с вот этой вот конструкции. Разрушаем эту конструкцию. И что? Правильно.
Вот, наступаем на эту кнопочку, так сказать, собираем вот такой вот щит. Но это еще не все. Переключаемся на нашего робота BB-8 и... Ай, пока рассказывал. И начинаем маневрировать влево-вправо, так сказать, цепляя центр. Центрует нашу стрелочку, чтобы она не скатилась. Все, задание пройдено, переключаем еще раз. Ну, не задание пройдено, в смысле, простите, а часть этого задания пройдена. Ну, кто тут у нас? Попрятали бабло все. Я солдат республики. Сейчас я тут все найду. А ну, давайте, выворачивайте свои карманы. Так, ну такой хулиган, да, прям? О, пришел, разоряет тут бедных поселенцев. Они и так живут в селе, а он тут все бьет, ломает тут. Ищет тайники, заначки. Так, ну все, заначки нашли, все найдены. Теперь пора собрать ящик. Робот-ящик. Я даже не знаю, как его назвать. Наверняка у него есть какое-то название. Ну вот такой вот самоходный ларец с оружием. Круто, да? Согласитесь. Что, и так и не разбили последнюю базу? Мне казалось, мы ее добили. Хочу поселенцев просто найти. Так, отлично. Спускаемся вниз. А ну-ка, кто у нас тут прячется где? Побежали! Тра-та-та-та-та-та-ра! Тру-ту-ду, тру-ту-ду! То есть очень-очень интересный мир игровой. То есть можно садиться на разную технику. Вот, как вы видите, оседлали какое-то животное непонятное. Так. Два раза тапнем по нему, и он с него должен спрыгнуть, соскочить. Вот у нас тут, смотрите, прячется у нас тут. Чудик. Вылазь давай отсюда, говорю. Не хочет прям, да? Ну да ладно. Пойдем дальше. Все вот эти мусорки все перевернем, лишь бы найти побольше материала. Так, ну на сборе этого материала давайте не будем сильно зацикливаться. Смотрите, какой смелый поселенец. Колотил спидер, помахал всем ручкой, главное никого не взял. Вы же видели, да, там было еще одно место. Вот такой вот именно пижон. Так, разбиваем вот этот вот... замечательный, я даже не знаю, как его назвать, конструкт. Так, и давайте соберем все-таки площадку. Площадку для нашего BB-8. BB-8, вперед, давай. Ждут только тебя. Садимся на площадку, и вот нам показывают, нужно нажать и чуть-чуть потянуть вниз. То есть тапнуть и вниз. Хлоп. Так, это что такое? Давайте посмотрим. Переключаемся дальше. Вперед. А это у нас пульт. Тапаем на пульт. Итак, вот вверху есть вот такой вот код. То есть нам нужно собрать этот код. А именно, что тапать тогда на картинке, когда мы видим совпадение. Давайте поразбиваем всякие вот эти вот штуки и соберем вот это вот золотишко для прохождения одного из квестов. А именно, вылазьте давайте. Главное, да, все за оружие взялись, они попрятались там. Самые такие молодцы. Но с другой стороны, как бы, я вообще не одобряю военные действия всякие. Понятно, что это Лего тут. По-настоящему никто никого не бьет. Они же все игрушечные, да? Так, а ну-ка. Так. Да, блин. Давайте отойдем отсюда. Что ты за бах, все стрельнули. Вылазь давай отсюда. Вот так вот. Правильно. Еще и лещей ему еще надавать надо было бы. За такое поведение. Смотрите, а кто тут у нас? Шо? Пошел отсюда, поговорю. Иди давай на баррикады.
Дезертирство, бой. Выполнено задание. Так. Такими прям огненными кулаками. Так. Удары просто невероятнейшей силы. Так. А здесь у нас что? Давайте посмотрим. О, еще прям. Вау! Сколько этих монет здесь. Они повсюду. Очень богатое поселение. В каждой мусорке есть свои монеты. Так, ну, на этом пока еще не все. Давайте сейчас все разбиваем тут сейчас. Выполним задание с поиском вот этих вот, со сбором, точнее, простите, монет. Итак, вот такой вот сундучок есть. Его нужно будет стащить вниз. Для этого нам придется очень часто тапать по экрану. И начинаем тапать. На любую точку. Все, сбросили сундук. Из него вывалилось много-много осколков. Что нам нужно будет делать? Как вы видите, голограммка появляется справа от нас и вот возле башенки. Возле башенного такого крана. Сначала мы должны тапнуть на ту голограммку, которая возле нас справа. Так, оп. Все. Здесь когда он начинает собирать, тапаем потом на эту голограммку. Готово. Платформа для нашего BB-8. BB-8 молодец, сейчас поедет туда и сядет на эту платформочку. Итак, отводим вниз. Хаба! Вот замечательный прыжок. Итак, разбиваем нашу платформу, становясь на кнопочку. Итак, теперь нам необходимо собрать конструкцию, которая находится возле башенки. А именно механическое управление этим подъемным краном. Подходим сюда. Так. Нажимаем на башенку на нашу, тапаем на нее. И вот теперь, как нам показывают, круговые движения по часовой стрелочке. Так, если просто против часовой стрелочки, то кран будет, соответственно, крутиться в другую сторону. Ну это понятно, да? Все, хлоп. Так, BB-8, давай. Чпок. Выпрыгнул. Молодец. Молодец. Так. Все, пока он там, давайте чуть-чуть займемся. Точнее, не займемся, простите, а дособираем чуть-чуть бабла тут немножечко. Хлоп-хлоп-хлоп, пособираем. Вот так вот вот припрятал на черный день прохвост. Переключаемся на BB-8 и открываем замок. Вот. Так взламываем. Здесь замочки простые. Вот так вот. Чпок. Все. BB-8 знаменитый шнифер, поэтому такие замочки он как орешки щелкает. Вот так вот. Представляете, не смог выйти. Вот так вот. Сработал какой-то замок у него кодовый, что он даже не смог выйти. Так, ну что ж. Все поселенцы вооружены и опасны. К оружию первый орден уже у порога. Вот так вот, кто-то там вещал, там какая-то тетка. Вот так вот. Итак, вот такие вот задания. Что же у нас тут получилось? Истинный джедай. Эх, не получился. Дезертирство бой есть. Тетка есть. И все, на этом все. Так. Конструкты. Нажимаем просто продолжить. Итак, нападение первого ордена. Продолжаем наш обзор. Так, вот такой вот наш робот. Такие вот задания тут есть. С укрытиями ни разу не погибнуть. И решить головоломку с множественными постройками. В конце эпизода не допустив единой ошибки. Коллекционные предметы в эпизоде, набраться столько деталей, чтобы заработать. Так, десантные модули Империи. Прибыли капитан Фазма. Направляет своих пехотинцев. А это, скорее всего, наш Финн. Темнокожий герой. Так. Хотя, может, и не он, конечно.
Так, готовится наш секретный агент к отступлению, но... Ай, подбили его X-Wing, уничтожив один из двигателей. Ха. Вот так вот задал им жару. Молодец. Вот. Посыпались штурмовички. Штурмовички. Боровички. Сейчас мы настреляем тут. Кто тут такой крутой, а? Я здесь закон, понятно вам? Все, так, теперь давайте посмотрим, что же здесь есть. Показывают, какое-то здесь есть уникальное событие, а именно что-то можно здесь найти. Так, вот, точно. Вот, и давайте тапаем, тапаем, тяни, 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 тяни. О, молодец, о, вытащил. Оп. Вытащил контейнер. Вот. И вот такие вот у нас доп-миссия там была, так сказать, уникальные предметы. Выставляем BB-8. BB-8, а ну-ка, разберись. Так, балансируем. Готово. Хлоп-хлоп-хлоп. Вот, выпала куча, просто невероятная куча всяких прикольчиков. И вот там вот у нас есть синенькая монета. Так, а вот из этого хлама мы сейчас кое-что дособерем. Так. Я бы даже сказал не кое-что, а очень-очень мощную штуку. Пушку. Лазерную пушку. И попробуем сбить какой-нибудь десантный модуль. Вообще-то, конечно, нарушает правила безопасности наш главный герой, а именно не стой под стрелой и не стой на линии огня. Ну, корочек, видимо, у него нет. Поэтому он и такой и бесстрашный. Как вы знаете, только дурак ничего не боится. Так, посыпались наши штурмовички. И вот здесь вот очень интересный момент обстрела. Для того, чтобы стрелять, нам нужно встать, и тогда уже сможем вести огонь. А ну, быстро там попрятались. Так, еще подкрепление. На этот раз 4. Причем один из них насыпает сверху. Так. Вот, уязвимая точка. Фух, сбили еще один десантный модуль. Я бы сказал, это просто отлично. Это даже не замечательно, это просто невероятно круто. Так. Как я вам и обещал, очень-очень увлекательные задания. Не однообразные, постоянно что-то меняется. А вот здесь, смотрите, выпала вот такая вот у нас запчасть. Какие запчасти вот у нас посыпались? А именно, нужно что-то сделать с этой башней. Оп. Так, готово. Вот так вот мы сейчас поступим. Было два варианта работы с этой башней.
Во втором варианте BB-8 должен был прыгнуть сверху на эту башню. Ну да, более эффектно, конечно, было бы. Но, на мой взгляд, не очень это безопасно. Очередной отряд штурмовиков. Здесь уже укрыться нам не получится, поэтому давайте все-таки попробуем их застать так, врасплох, так сказать, в ближнем бою. Так, еще одна. И начинаем тянуть на себя. На себя, давай, 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 давай. Опа. Отходим. Ай-яй-яй-яй. Все, отлично. Просто супер. Это невероятно. Так. Кстати, мы уже очень близки к сбору наших ресурсов. Так, что у нас тут? Вопросик. Да, что это такое? Может, BB-8 нам подскажет? А ну, подскажи нам. Тоже не знает, говорит, я не знаю, ничего не понимаю. Что это такое? И нет никаких, как это сказать, зацепок, чтобы можно было бы разбить и посмотреть, что это за такое вот уникальнейшее поле. Ух, шмальнули, так шмальнули. Так, почти уже насобирали определенное количество. Я даже решил вернуться назад и добить. Все-таки немножечко дособирать этих лего-гвоздей. Ой, так они будем идти сюда. В огонь. Вот, дособирать немножко лего-гвоздей, чтобы получить награду. Ну так, пособирали все лего-гвозди, у нас вот уже 22 тысячи. Так, ай, проходим через огонь, аккуратненько. Никого не задеваем тут. И вот есть коробочки. Открываем эти ящички, пополняха. Так, чуть-чуть пополнили здоровье, сказать, как бы это правильно назвать. Поправили до здоровья. Так. Все, разбиваем вот эту вот пружинку и добиваем наши лего-гвозди. Оп, есть, отлично. Почти максимум. Так, еще бы одну коробочку найти и все. И тогда будет у нас... А вот, смотрите, есть, кстати, вот эти вот вазы. Давайте, наверное, с них и начнем. Добиваем эти вазы. Непонятного предназначения, назначения. И вроде как мы даже собрали... Все готово. Истинный джедай. Так, теперь давайте соберем все-таки конструкцию. Хлоп, отлично. Так, кто нам тут требуется? Нам тут нужен, по-моему, все-таки BB-8. Катит наш шарообразный друг. Готово. Вскрываем. Поворот. Эх. Чуть-чуть, по чуть-чуть давайте. Отлично. Готово. Все, завели десантный модуль, и он улетел. А вот теперь самое опасное. Но не все так плохо, как могло показаться сначала. Мы сейчас соберем специального помощника, огромнейшего такого жучка, но вы, собственно, сами все увидите. Предлагаю собрать именно его. Так. Трикаковый такой, да? Получается у нас... Оу, такой паук, жук, я даже не знаю, как его правильно назвать. Но это какой-то... землеройный звук. Смотрите, что будет дальше. А, нет! Только не это! Вот, не работает поливальная установка. Я не могу потушить пожар. На, получи! Убегает от меня! Вы смотрите на него только. Все. Подошли к нему и качали.
Значит, что нам здесь понадобится? Нам здесь необходимо будет восстановить нашу поливальную установку и набрать... Так, вот так вот, да, давай сделаю. А, перекину сейчас. Так. Что-то у нас тут случилось. Не хочет говорить, никак работать. Все, заработал. Так. Отлично, теперь берем нашего помощника. BB-8, вперед, твой выход. Так, поехали. Поворачиваем. Все, контейнер стоит теперь у нас в этом положении. Дальше берем, еще раз взрываем кнопку и собираем теперь уже подкачку на наш блок поливальной машины. Теперь BB-8 нам... А что ж такое? Пока не нужен. Пока нам сейчас нужен будет по Демерон. Вот так вот все. Начинаем прыгать. Вода набирается. Отлично. Набран контейнер. Теперь же нам нужно будет немножечко потушить все-таки наш костер. А что ж такое? Хотел сердечко взять, а получилось. Так, берем нашего опять друга. Так, дружаня, и поехали. Поворачиваем. Поворачиваем на максимум. И заливаем весь огонь. Теперь нужно будет опять пересобрать наш конструкт. Но уже на башню управления, так сказать. Начинаем обстрел башни. Бах! Отлично. Пожар потушен. Не пролив ни капли. Выполнили доп. Задание. Бу-бу. Давайте посмотрим, что же здесь у нас. А здесь у нас шикарнейший мультик. Просит его убраться подальше. И он за ним еще вернется обязательно. Это же Кайло Рен. Вот так вот. Запустил его в космос. Все, захватили в плен. Так. FN-2187. Это который фильм. Вот такая вот замечательнейшая миссия. Ну что ж, на этом выпуске, я полагаю, можно и закончить. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также смотрите в описании к видео полезную информацию. Там также будут находиться ссылки на другие игры LEGO. Там Ниндзяго, Next Nights, то есть по вкусу уже определитесь.
Ну что ж, на этом все. Пока-пока.